Существует проблема, которая знакома многим женщинам. Когда прибавляешь в весе, увеличивается талия. Но есть, конечно же, и плюсы. Вместе с этим и увеличивается грудь. И вот я спросила у своего известного друга, кликмейкера Александра Филатовича, что же все-таки важнее, грудь либо тонкая талия? На что он мне ответил, что важнее попа. Вот именно над ягодицами сегодня мы с вами и поработаем. Начнем мы с классических приседаний. Это самое эффективное упражнение для ваших ягодиц. Мы ставим ноги на ширине плеч и начинаем опускаться вниз. Главное приседать максимально глубоко и следить за тем, чтобы колени не уходили далеко вперед. Это упражнение немножко напоминает танцевальное па. Наша задача – выполнять его так же грациозно, как это делает балерина. Вы должны очень медленно опуститься и динамично подняться. На два счета вниз и на один вверх. Сейчас мы с вами будем делать отведение назад согнутой ногой для того, чтобы более эффективно проработать наши ягодичные мышцы. Приняв упор лежа на полусогнутых, мы поднимаем поочередно ноги вверх, согнув ногу в колени под углом 90 градусов. Для лучшего эффекта опять-таки стоит зафиксировать ногу в верхней точке на пару секунд. Сейчас мы будем выполнять третье упражнение, для которого мне понадобится степ. Вы же в домашних условиях в качестве помощи можете использовать кровать либо стул. Лежа на спине, мы сгибаем ноги и начинаем поднимать таз вверх. Для того, чтобы упражнение было максимально эффективным, вы должны зафиксироваться в верхней точке и максимально напрячь ягодичные мышцы. Однажды моя попа выручила мою подругу. Она обещала своему любимому, который живет в другом городе, что к Новому году приведет свои ягодицы в надлежащий вид. Но, к сожалению, она не вложилась в сроки и пришлось попозировать ее фотоаппарату моей пятой точке. И для того, чтобы убедить его в том, что это ее ягодицы, мы на моей правой ягодице нарисовали точно такую же родинку, как у нее.